Ранее турнир «Маленькая фея» проводился в Москве. В этом же году Нижнекамску выпала честь принимать юных гимнасток у себя. Соревнования проходили в Ледовом дворце «Нефтехим-арена». В индивидуальных и групповых упражнениях выступили 500 спортсменок из 40 регионов России. Мы вчера приехали. Мы сегодня остались на ночевке, чтобы выступать здесь. Я Пантера Танис подготовила. Оценивают выступления гимнасток судьи всероссийской категории. Вдохновителем соревнований выступает российское физкультурно-спортивное общество «Спартак». Его главный тренер по художественной гимнастике Екатерина Сиротина. Известна как заслуженный тренер России, старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике, хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике. Екатерина высоко оценила подготовку к турниру и прием гостей. Организация соревнований, прием гостей, гимнасток, всех участников, тренеров, судей – высочайшем уровне. Это особенно приятно отметить. Какие награды, какие медали, какие кубки, какие баннеры, какие дипломы. Все в едином стиле. И действительно, вот вы видите, атмосфера настоящего сказочного леса. И турнир называется «Маленькая фея». Огромную помощь в проведении турнира оказал Нижнекамск «Нефтехим». Компания безвозмездно предоставила площадку и взяла на себя все организационные вопросы. Я очень благодарна Айрату Фатовичу за то, что он оказал такую поддержку, что такой зал прекрасный нам предоставили, такие высокие потолки для гимнасток. Все это бесценно. Генеральный директор Нижнекамск «Нефтехима» также посетил мероприятие и пожелал участницам успехов и новых побед. После закрытого, как говорится, года 20-го, когда фактически все соревнования были закрыты или они проходили без зрителей, сегодня настоящий праздник. Это мероприятие – это возможности для новых детей развиваться профессионально, личностно. И я рад, что наша площадка «Нефтехим-арена» дала такую возможность. И я надеюсь, что участники соревнований, их родители захотят сюда вернуться вновь и вновь за теми теплыми эмоциями и чувствами, которую предоставила наша площадка, наш город. Главная цель турнира – развитие художественной гимнастики в Татарстане и в Нижнекамске. Благодаря таким мероприятиям у спортсменов есть прекрасная возможность блеснуть своим талантом и выполнить разрядные нормативы. Также в ходе турнира тренеры обмениваются опытом и выявляют наиболее перспективных гимнасток. Выступления нижнекамских спортсменок прошли на высоте. Они получили множество наград и дипломов. Было волнительно спать, потому что столько народу было, и главное – судья – прям посередине сидела. Боялись, что под музыку не успеем, получается. Все понятно. А как вам самим выступление понравилось? Да. Алия Салахиева, Роман Мальцев, Н-Медиа.